Жители Северского района сделали свой выбор по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 1 июля, в основной и заключительный день общероссийского голосования, участки работали с 8 утра до 20:00. Выразить свое мнение можно было и до этого в течение 6 дней, либо через онлайн-сервис. На всех участках в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора действовали основные правила. На входе у граждан измеряли температуру, выдавали маски и перчатки. При голосовании паспортные данные люди показывали на расстоянии, а для заполнения бюллетеня получали индивидуальную ручку. В целом явка избирателей на участках оказалась высокой. Здравствуйте, я приняла участие в голосовании, потому что каждый из нас имеет право голоса. Это наше гражданское право, и мы обязаны ходить и отдавать свой голос за то, что мы думаем. Вот. Поэтому я призываю всех участвовать в голосовании, это очень круто. Необходимо, чтобы каждый человек осознавал свое участие в этом процессе и мог выразить свое мнение. Я считаю, что... Каждый обязан пройти, проголосовать. Я вот, допустим, голосовал против, потому что мне кажется, что изменения в Конституцию должны вноситься поэтапно. Каждая поправка должна отдельным голосованием проходить. Мы граждане России, и у нас активная жизненная позиция. Будущее России не бесполезно. Хотим, чтобы наша страна была лучше, процветала, чтобы люди материально и духовно жили лучше, чтобы наши дети, внуки, спасибо Путину, он для них старается. Избирательные участки муниципалитета закрылись в 8 часов вечера. Начался подсчет голосов. Согласно данным, в Северском районе за поправки в Конституцию проголосовали более 90% жителей. На территории Северского района работало 70 избирательных участковых комиссий. Поэтому мы хотим поблагодарить от территориальной избирательной комиссии всех наших жителей, избирателей, которые активно приняли участие в голосовании по поддержке поправок Конституции. Явка составила более 90% и поддержали поправки в Конституцию тоже более 90%. Благодарим всех участников избирательного процесса и всех жителей за свою проявленную активность.